издеватели. Упал вроде. Это лиса, да? Это да. Так, что сделать? Карти убрали. Погоди. Короче, вот он где-то вот тут вот. Ты в него. Вот, а нет, рядышком. Молодец, молодец. Сейчас его старый дедовский способ будет изобретать. Накручивание медведя на толовый куст. Топор, топор надо. Вот он, вот он, вот он. Иван, ты нам рассказывай, что ты делаешь. Тихо. Сейчас мы будем производить охоту методом накручивания кинотовидной собаки на толовый куст. Чуть левее куда-то. Где-то вот тут вот, ага. Это земля. Не, он прям это, у него так упрется, он смещался где-то в углу. Это земля. А? Это земля мягкая, свежая. Сейчас он туда залезет. Я его вытянуть за ногу. Ничего нет. Сука, сорвался. Я тебе сейчас помогу. Ты помогу, бля. Сука. Идет потихоньку. Сейчас стивай. Барсук. Барсук? Угу. Ну-ка. Прям за шею его Харти сейчас кусает. Дай-ка ему ёбнуть надо по башке. Надо. Блин, только вот так простая палка, если тоненькой. Дыши, дыши, давай. Держи, хорошо. Кинот. Не, блядь, барсук. О, блядь, сорвался. Показалось, морда это. Идет, блядь, сейчас. Бери его за ухо. Барсука.
Я не вижу. Давай помогу. Да, блядь, его сильно-то тоже тянуть. Сейчас сорвалась, парень. Блядь. Как было пиздануть-то, чел? За лапу я боюсь за переднюю брать. Кусит же, сука. На удивление попало, да?
смотри, вот, 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 харки. Вот, вот, харки, харки, харки. Ах ты молодец, ох, молодец. Ах, какую лису взял, матерую. Ну-ка. Лёха, беги нахуй. Блин, не успел камеру включить. Я запугался. Сейчас кусит. Это хвостом следы за него. Сейчас обратно туда, она же вылезла с тупика откуда-то получается, из-под снега. Хорошо, что стоит. Давай, давай, я там еще.
А вот сюда-то он нюхается, тут прямо-то нету. Мне показалось, она вот так. А, вот так. И вот там он снизу проскочил. А, вот он. Вот. Давай. Да, раз-то он понимает, что это... Он не думал о тебе так. Должен был промазать и должна убежать была. Видишь, место стоит. Вот. Не бьет зверя, я же говорю, это зайцы, чё бы зайцы. За хвост держал там. Видел, как она выскочила? А, молодец, Харти, молодец. Это она не это. Не уверена в себе. Выскочила, не знаю, что это делать-то. Опять что-то она сюда на голову не залезла. Будут ночи лисы сниться, потом кидаются на меня. Только на лебедей решил посмотреть, где гарпы. Может, их там целый табун. Выводок. Арти, ай да молодец. Так, все, молодец, все, она дохла уже. Все. Ох, матерая. Красиво. Мне казалось, что серая была. Которая? Вот на нас. Кто знает. Это сильно она мне казалась. Мне тоже больше вот как хвост, вот такой оттенок. Ну-ка, Харти, да, еще там их подел лиса на лице, да лицо и погоняет. Что, вот оно, воронье летает. Сейчас должны Тигуновы позвонить. Нестеров рассказывал. Не слышал, что там про этих-то. Да слышал? Сказал, что сдали. А кто, говорю, это не сказал? Да а чё на каждого теперь грешить? Как типа это? Не уверенно-то. Харти. Да, давай. А я, говорит, слышал, что Тигуновы увидели воронье, летает, приехали, там козел дохлый.